готов! Я могу пройти! Тихо! Не пердеть никому! Никому не пердеть! Понятно? Привет! Рада видеть тебя на моем канале Тилька Плей. Я Наташа. Мы продолжаем с вами играть в Элис. Я почитала комментарии по предыдущим видео и, к сожалению, не нашла ваших советов, как избавиться от гепарда, который уже как бы к тебе пришел. Поэтому будем пробами и ошибками пытаться пройти сегодняшнюю четвертую ночь. А вы не забывайте поддерживать это видео лайком и смотреть мои другие ролики на этом канале, потому что я стараюсь все ради вас, все для вас. Работаю за еду, ребят. Скоро будем присылать мне еду. Ну ладно, поехали. Главное держать позитивный настрой, это сейчас очень важно. Значит, у нас с вами четвертая ночь, для тех, кто забыл, первую, вторую, третью я как-то чудом пережила. Вот, надеюсь, что и эту я тоже переживу. Выключаем сразу его вот эту вот перделку, заткнись, пожалуйста. Поехали, значит, смотрим сначала на наших пацанов. До часу ночи они где-то сидят, ничего не делают, сидят, пердят, стоят, вот один на барабане, другой за синтезатором. Жена Монти вообще стоит такая вот за стойкой, типа ля-ля-ля поет, но что-то она, мне кажется, она врет. И у нас еще есть Кисюля, есть еще какая-то тень, и, пожалуй, это все, что мы с вами имеем на данный момент из монстров. Один ушел, но у пирата Мармелата мы не боимся, потому что он у нас не страшный. Он типа залазит в вентиляцию, и это очень просто его скипнуть. Мы научились его скипать. А тигруля ушел? Так. Тигруля тоже ушел. Пошел отсюда. Надо найти тигруля где? Тигрулю? Ага. Спокойно. Ушла отсюда. Я знаю, что ты тут. Главное, это, не... Где тигр? Тигр. Так, уйди отсюда, я слышу, что ты хихикаешь. Опа. Это наш пират Мармелад пришел. Да? Что такие страшные звуки-то? О, смотри, кто пришел. Иди отсюда. Я знаю, что ты тут. Чё за звуки такие какие-то мяукающие? Это ко мне этот, что ли, идет? Киса? Так, хихикалку свою убирай. Вот этого вот мне не надо. Где леопард? Не, может быть, знаешь... У-у-у! Это кто? Кто это был? Он был в моем шкафу. Я как-то победила его. Я не поняла, как. Походу, я, когда у него глаза потухли, я вовремя свет нажала. Короче, я поняла. Тут, видимо, надо реально их оглушать вовремя светом. Но я прям... О, вот он! Так, я не поняла, это кто был? А, это медсестричка была? Она желтая? Фу, желтая, как санина. У Монти вкусы весьма специфичны. Так, хорошо. А кто заметил, сколько было времени? Я не знаю, я, наверное, не пройду эту четвертую ночь. Что-то мне подсказывает, что мы тут будем сосать. Я просто, правда, я не понимаю, как их иммунить. Они еще, когда ты дохнешь, они не объясняют, как это вообще отиммунить это все говно. Ладно, прорвемся. Третью ночь мы как-то на рандоме прошли, эту тоже на рандоме пройдем. Главное это не сдаваться. Как говорится, борись, борись, борись и больше не дерись. Один раз борис, два раза борис, а другой раз подотрис. Ну, судя по звуку, у нас было где-то 3 часа ночи, потому что у нас было пум-пум-пулюм. Где-то 3 раза пиликнула смена времени. Все, крокодил ушел. Ну, пусть ходит. Он меня, вот реально, это тот крокодил, в котором я уверена. Я точно знаю, как от него избавиться. От остальных крокодилов, конечно же, уже как-то посложнее вот это вот избавиться. Так, тигруля тоже, да, ушел? Хихикалка моя. Иди нахер, а. Да ладно, ты опять пришла? О, стоит. Я вижу тебя. Я вижу тебя, киса.
Киса, я тебя вижу. Кот. Кот об... Фак, ушел. Он ушел, кот ушел. Я надеюсь, он ушел не куда-то ко мне в коридор. Я его просто... Так, это пасечник наш. Наш чудо-пасечник. А здесь никого нет. Тебе показалось. А где киска-то? Да не, видишь, так не работает. Оу! Фига прям смотрит в душу. Слушай, меня беспокоит, что я не вижу кота. А шкаф, кстати... А шкаф-то приоткрыт. Уйди. 3 часа ночи, ребят. Пока живем. Походу, когда кот уходит, надо просто выключить свет. Но я не уверена в этом, правда. Там нам что-то писали про свет, сама игра, но я не поняла, то ли его надо выключать, то ли его надо включать, то ли выключить и тихонько сидеть, типа, чтобы он тебя как будто думал, что тебя нету. 3 часа ночи было. Ну, ладно, уже до 3 часов ночи как-то доживаем, значит, в теории мы можем пройти с вами эту ночь. Просто надо нам немножечко как-то волшебно помочь там сущностям в виде гномика каким-нибудь. Ну, короче, кому-то нам точно надо помочь, потому что сложно. Слишком сложно, невозможно. Ней-ней. Вот эта еще штука хихикающая, она меня бесит. Она так рандомно появляется, и ты, типа, у тебя здесь как бы стоит киска в зоне риска. И, типа, и ты такой, типа, а шо, а как это? А шо, шо, а шо, шо, а шо, шо, шо. Так, киса ушла. Что за звук? А он не охерел? Он прям сразу у меня тут оказался. Дома никого нет. Может быть, надо на него правда смотреть? Пока жива. Я обосралась! А чего он сразу-то до меня добежал? Он никогда так не делал, этот леоперт. Я не понимаю, как с ним бороться. Он конченый какой-то. Короче, киска... Я из-за тебя в зоне риска, мне это не нравится. Давай как-то это, дружить. Он прям сразу, вы видели, до меня добежал. И я как свет включила, он на меня напрыгнул. Может быть, он правда не любит свет? Или его фонариком надо спугнуть? Я не понимаю, как это работает. Короче, я считаю, что главное кота этого просто не допустить до нас. И тогда все будет хорошо. Вот что я хочу сказать. Пасечника, я так предполагаю, мы можем спугивать фонариком. Медсестричку, наверное, тоже. А вот, вот этого гада, его надо на него только смотреть как-то. Уже я, правда, я читала комментарии под прошлым роликом. Я не нашла советов, как его побеждать, правда. Но я бы очень хотела. Хорошо, один ушел. Ну и хрен бы с ним. Это мой парень. Он мне очень нравится. Он хорошо себя ведет, не как конч какой-то. Киса ушла, да? Ну, конечно, киса ушла. Уйди, пожалуйста. Вот мне без тебя тут не хватало проблем. Надо найти кота. Иди отсюда. Где киса? Я... А, вот он! Вот он! Да убери свою хихикающую жопу отсюда, слышь ты. Киса! Я за тобой гляжу. Поняла? Чего? А это кто тогда был? А это кто? А кто тот-то? Подожди. А это кто? Это пасечник, что ли? Ля ты крыса. Дверь закрой. А чё дверь-то открылась? Закрой дверь. Я слышу мяукающие звуки. У меня такое ощущение, что это значит, что к нам идет киска. Так, пасечник уже здесь. Иди отсюда.
Я не знаю. Киса конч. Реально, киса конченная. 3 часа... Вот как это работает? У меня вся проблема из-за этого котика, обормотчика. Если вы правда, вы знаете, как его, короче, застанете, реально напишите под этим видео, потому что я под предыдущим смотрела, я не нашла. И я прям очень расстроилась, потому что я хотела, я пыталась этого кота вонючего как-то задоджить, но я не понимаю как. 3 часа ночи. Совсем чуть-чуть потерпеть, до 2, понимаешь? Не так уж прям сложно. Как, например, закрывать ящик? Может быть, просто на него кликать, я не знаю. Но, по идее, киска уходит почти вот после вот первого моргания, она уходит. Вот, все. Котик убежал. Вот он. А, может быть, надо просто отвернуться и не выключать свет? Ну, потому что, ну, сколько можно от этого кота? Надо, если я его понимаю сейчас, то дальше проблем не возникнет. Мы сможем пережить эту ночь. Вся проблема сейчас в коте. Типа пасечника я знаю, как застанить. А пирата я знаю, как застанить. Как застанить кота, я не понимаю. Хихикалку тоже понятно. Вот эта херня желтая санина, хотя здесь она зеленая, она вылазит из шкафа, насколько я поняла. То есть она прям через шкаф такая, ку-ку, ёпта, здравствуй, как дела? Все, киса пока тут. Уйди отсюда. Спокойно. Где киса? Это не киса, это пасечник. А где... О, уже тут... Подожди, а это кто-то? Это ты так быстро переместился? Ля прикол. У нас даже часа ночи не наступило, вы меня уже тут коматозите, пацаны. Где отсюда? Дома? Никого нет. А, вот он. Иди. Так, шкаф закрыт. 2 часа ночи. Хватит хихикать. Хихикалку сейчас сломаю. Где котик? Кис-кис, кис-кис. Ты котик, я котик. Я не знаю, что я сделала. Надеюсь, я сделала что-то хорошее. Слушай. Котик мяукает, слышишь? Страшные звуки такие. Ну, смотрите, нам главное смотреть вот эти вот зоны. А, опять где-то котик. Это что? Это что? Что за диверсия? А, это у меня кончилось электричество, ё-моё. А чё, камера сломалась? Прикинь, они сломали мне камеру, такого у нас еще не было. Значит, я все делаю пока что правильно? Да? Охренеть. Так, вот пасечник. Где киса? Хихикалка, уходи. Я должна дожить до рассвета, понимаешь? Так, пасечник. Хорошо. Пасечник тут. Я прям начинаю параноить. 5 часов. Ребята! 5 часов! Я могу пройти! Тихо! Не пердеть никому! Никому не пердеть! Понятно? Прям вообще не пердеть, не дышать. Ясно? Я сказала, никому не бздеть. Пожалуйста! Пожалуйста, нам нужно... Нужно 6... Да! Я прошла. Сосите сосиску. Я прошла. Вот так вот. Что, ребята, последняя получается 5-я ночь, а?
Ой, какая я молодец! Я прошла, я вообще ни хера не поняла, но я прошла! Заткни свой рот вообще. И без сопливых справимся. Сейчас будет, по-моему, самое жесткое, что только может быть. Но я прошла, я надеюсь, что вы мной гордитесь. А я считаю, что это заслуживает лайка. Я не поняла, как, но мне повезло. Катырла в мою сторону не ходил. Возможно, потому что я его спугивала. Нам сейчас еще предстоит очень много чего с вами придумать здесь. В плане понять, как что вообще здесь работает, исходя из того... Вот хихикалка меня прям раздражает. Ну ладно, видишь, мы при помощи контрола Риэл научились с тобой сгонять как минимум пасечника, я так понимаю, он бегает по коридорам. Киса ушла. Так, ты пошла отсюда нахер. А, нет, смотри-ка. Киса еще тут. Ты прикинь. Катырла-то тут еще был, наверное. Вот сейчас, наверное, он ушел. А что за звук? Все, по-моему, на месте стоят. Подожди. Киса стоит на месте. Как думаете, он ушел? Вообще ничего не поняла, но было обосраться как страшно. Теперь есть еще хихикалка, она, короче, когда вот у тебя темнеет экран, хихикалка, походу, это, на экране где-то появляется. По-моему, киса идет. Слушай, я научилась кису доджить. О, медсестричка! Я! Медсестричка! Йоу, пацаны. Вы прям слишком быстро меня решили атаковать. Всей скипой. Всей оравой просто. Уйди отсюда. О, веселый пасечник. Веселый молочник. Писец, у меня камера просто с ума сходит от них. Опа, медсестричка. Я буду за ней следить. Да уйди. Это тут уже стоит. Так, медсестричка. Иди в жопу отсюда. Слышь? Я правильно сделала? Неправильно. Попробуй еще раз. Короче, ладно. Тогда на этой ноте давайте с вами закончим. Нам не пишут, да, как ее иммунить. А, теперь она не желтая. Значит, желтый это кто-то другой. Ладно, тогда с пятой ночью мы с вами продолжим в следующей серии. Пока что закончим. А может быть, тут есть русские настройки? Не, нету. Ладно. Вот. Это будет тогда наша последняя ночь. Если вы знаете, как доджить вот этих вот всех, то пишите обязательно в комментарии. Подписывайтесь на каналчик. Кота мы поняли, как это самое. Нужно от него просто отвернуться и не выключать свет. Это важно. Надо разобраться, что делать с крокодилихой. Может быть, тоже отворачиваться. Может быть, выключать свет и фонариком в глаза херачить. Непонятно. Но, в общем, в следующей серии все это с вами сделаем. А пока подписывайтесь на каналчик, поддерживайте лайком. И не забывайте смотреть мои другие ролики. Да. Это будет самой главной поддержкой. Пока.